что он чувствует, когда натыкается на меня. Бузова о незавидной участи Тарасова. Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что жизнью бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова давно не интересуется. Между тем, экс-возлюбленному она желает только лучшего. Знаменитость приняла участие в YouTube-шоу «Вопросы взрослому». В рамках программы Ольга Бузова пообщалась с детьми и подростками, рассказала о личной жизни, семье и работе. В частности, речь зашла о бывшем муже артистки-футболисте Дмитрии Тарасове. Бузову спросили, что она чувствует, когда натыкается в соцсетях или прессе на новости об экс-возлюбленном. Ольга отметила, что давно не встречала какой-либо информации о Дмитрии. Бузова подчеркнула, что жизнью экс-возлюбленного не интересуется после развода и в дороге разошлись. Более того, звезда посоветовала узнать, как живется самому Тарасову. Вокалистка намекнула, что футболисту намного хуже. Публикация фотографий из Инстаграм. Уже 3 года, как мы не вместе. Я могу сказать, что я отпустила. Я желаю только добра, всего самого лучшего. Вы лучше ему задайте вопрос, что он чувствует, когда натыкается на меня не только в сетях, а в каждом утюге. В каждой программе. Я не слежу за его жизнью уже давно. Я простила, отпустила и занимаюсь своей жизнью. Чтобы я что-то чувствовала, я не могу так сказать, сказала Ольга Бузова. Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. Причиной разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у телеведущей и то, что она слишком много времени уделяла работе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Почему не женился? Малышева дала пинка Газманову. Отношусь как к вокальному опыту. Дочь Алсу высказалась об участии в «Голос». Дети. Под Халим Лукашенко бросился лебезить перед Зеленским. Улыбчивый Путин довел до истерики нервного Лукашенко. Оплеванный Соловьев рассказал о травле после скандала. И многое другое.